Я, конечно, поражена тем, что нам удалось сделать, потому что это что-то новое. Мы сделали какую-то современную вещь, которая интересна, которая мне лично доставляет много радости. Пока еще не привыкла к ней. Раньше в моей жизни творчество заключалось в живописи, в графике, в разработке креатива, фирменного стиля. Теперь я еще себя попробовала в творческом процессе, связанном с каким-то техническим прогрессом. Лично я не видела никаких аналогов нашей футболки, и в России точно, наверное, никому в голову бы не пришло это сделать. Я очень довольна, что именно у нас это получилось. И счастлива, наверное, может быть, сегодня пойти и показать эту футболку миру, и посмотреть, как люди на нее реагируют, и получить какую-то эмоцию во мне.